Подушки ты сюда подложила под себя? А как надо? Ну, убери их под себя. Убрать надо? Нет, надо... Опять? Смотри, как... Вот. Смотри, как надо. Вот это делаешь под шею. Подушку берем. Вот. Правильно. Все, протираем. Накладываем вот такой трафарет. Какой огромный. Много деталей, чтобы они все остались на контрольной липучке. Да, вот так и убираем защитную пленку. Все складочки. Так. Такие будут цвета у нас немножко сиреневый, красный, зеленый. Цветок мы, вот этот цветочек мы делаем красный, и... Раньше не делают петухи такие. Надо было тогда на грудь наклеить. Всю грудь бы заняла. Ну, от плеча вот так вот эти груди. Да. Ну ладно, в следующий раз делаем грудь. Так, закрашиваем, закрашиваем. Клеим помаду, рисунок большой. Его еще закрашиваем. Закрашиваем, все есть трафарет, клеим. Клеим специальный. Резину и большую розу. Я как говорила, от татуировки, от татуировки. Я хотела крылья наконец. Так. И у меня отговорили, все это. Почему тебе крылья? Я не знаю, не хотела. А потом не то, что собирать. Я теперь хочу.
Приходи и делай. Каждый раз разные. Сегодня крылья хочется, завтра хочется лизочку. Завтра хочется девчонку. Еще что-нибудь. Юбки там, то все. Так, розочки мы покрасили красные. Так, чтобы было вокруг навигатора. Сумма большой, поэтому аккуратно всю каждую детальку прорисовать надо, чтобы глиттер везде попал на клей. Клей долго сохнет, скажем так, он долго липкий, поэтому можем не торопиться, спокойно это делать. Много клея не наносим, иначе рисунок быстрее слезет, что будет много глиттера на клею, и он поцарапается. Откуда он спиной поцарапается? Ну, без галтера или еще что-нибудь. Так, закрасили. Красота. Давай это не будет мастерфировать пока. Трафарет не снимаем, мы сейчас обозначим просто места. Жалко, что зеленый один цвет у меня. Нужно намахивающее движение, наметающее, накладывать блестки, чтобы кисточка не была вся в клею. Не попадаем на цветок зеленым аккуратно. Такая ювелирная работа. Немножко думал, и все разлетелось. Делаем слегка пока.
добавлять периодически. Теперь на розочке я хочу на края сделать, может, края, может, серединку сделать сиреневым, на края сделать красным. Там идет сиреневый. Сиреневый очень мелкий этот цвет. Вообще это для ногтей. Так, некогда нам. И сиреневый распределяем уже так, как просто заполняем все, что осталось. Туда, где красный не попал, заполняем сиреневым. Более пигментированный цвет. Так, закрываем. Теперь я сейчас сниму и пытаюсь трафарет зеленый покрасить. Лишние остатки блестков, но все, что осталось, значит, то осталось. Так, теперь потихоньку снимаем. По краешку. Потихоньку. Трафарет на один раз.
после он уже порвется, он уже не будет никуда его выкидывать. Это будет проходить? Угу. А будет черный? Нет. Будет тоже красиво. Я же видела, черный прилепляла. Угу. Так. Прямо на спине такой квадрат остался. Я тоже сделала пилинг свой скотч.